Привет. Ну, какой бы объектив ни был, в конце концов его придется когда-нибудь чистить. Вот. И сегодня я для этого использую вот этот вот такой набор, не знаю, не набор, инструмент, лучше сказать, LensPen. А в чем фишка? В общем, он состоит из двух компонентов. Один это кисточка для грубой очистки от пыли. Можно, конечно, что-то вытрясти из объектива, песок, камни, доски, щепки, в общем, крупный мусор. Вот, и в принципе, ну, кисточка как кисточка, работает хорошо, он, видишь, двигается. А вторая часть, самая важная для чистки объективов, это вот такая вот подушечка, площадка, которая специальным составом, скажем так, не знаю, пропитано, посыпано. В общем, на нее нанесен специальный состав, который хранится вот в крышечке. И каждый раз, когда ты одеваешь, он наносится опять на вот эту подушку. Вот, так сказать, обновляется. Ну, а дальше все достаточно просто. Берешь, прикладываешь, протираешь. Оно условно велюровая такая поверхность. Вот. Очень хорошо удаляет всякую грязь, отпечатки пальцев и всякие, скажем так, несовершенства объектива. Конечно, царапины матируют тоже, но я не знаю, насколько это вот актуально. Если она, что называется, недостаточно хорошо работает, ее просто нужно вот так вот в крышечке провернуть. Вот, и в результате мы получаем чистую, без каких-либо изъянов, без жирных пятен, без разводов поверхность. Очень удобно, штука недорогая, и я считаю, что это must have. Вот, объективы не царапает, и мне в целом нравится. Вот, я думаю, все пользуются. Ничего нового я не открыл. Ну, если у кого нет, то можно рекомендовать к покупке. Удобно в кармане и всегда чистые объективы. Вот такая вот штука. Спасибо за просмотр. Пока.